Всегда отвечает нам взаимностью и оправдывает наши ожидания. Мы получаем то, что ожидаем. Мысль, которой мы уделяем свое время, действует как магнит, притягивая в нашу жизнь соответствующие события. На что ты рассчитываешь, то и обретешь. Сегодня в программе восходящая звезда украинского шоу-бизнеса певица Соломина. Главный ее хит – песня «Худеть». Сегодня мы проверим, знает ли она, о чем поет. В эфире программа «Школа самолюбия». Соломина. Интересное явление в отечественной музыкальной индустрии. Продюсером певицы, по ее словам, является интернет. Именно благодаря ему творчество артистки нашло своих первых почитателей и стремительно продолжает это делать. Светлана – красивая 24-летняя девушка, родом из России, и с самого детства мечтала покорить сцену. В 7 лет вместе с родителями она переехала в Киев и уже здесь начала идти к заветной мечте. Проект «Соломина» еще только выходит на мировой музыкальный рынок, но уже успел зарекомендовать себя как качественный продукт европейского уровня. Один за одним покоряет танцполы и стал настоящей бомбой в интернете. Глядя на надпись на футболке нашей героини, можно понять, что сегодня мы будем худеть. Хотя я не понимаю, честно говоря, куда, но, возможно, кто-то возьмет с нас пример и тоже будет худеть, а руководить этим всем процессом будет тренер Руслан. Руслан, что мы сегодня будем делать? У нас сегодня будет такая необычная тренировка. Мы проработаем мышцы-антагонисты груди и спины. Будем работать с суперсетами, то есть два упражнения подряд. Let's go! Поехали! Первое упражнение у нас называется подтягивание в гравитроне. Берете равномерно за рукоятки, колени ставите на подушку, корпус держите прямо, с выдохом поднимаетесь вверх и акцентируйте в верхней точке сведение лопаток. Выдох зажали, плавненько вниз опускайте вдох. Это все, что интересно тебе, только худеть, только худеть. Это все, что в жизни нужно тебе, только худеть. Твои друзья отныне это беговые дорожки и спортзал. Вставать придется рано утром и на тренировки потеться. Тебе пора худеть, ведь ты поправилась. Пора. Уже вот совсем скоро лето, и песня «Твоя пора худеть» очень актуальна. И мы призываем всех худеть, потому что летний сезон не за горами, нужно будет раздеваться и показывать свое красивое тело. Ты готовишь себя к летнему сезону? Да, как правильно говорят, что если девушка пошла в тренажерный зал, значит через 4 часа самолет, который ее везет на море. Так вот, уже пора, весна уже завтра, соответственно, пора худеть, пора идти срочно покупать абонементы в спортзал. Я тоже уже как бы подметила себе, что мне нужно скорректировать, успеть до пляжного сезона, как минимум скорректировать отсутствие купальника у себя. Вот. И, конечно же, бегом все в зал с нами, надеваем симпатичные футболочки с мотивационной надписью и пора худеть, друзья. Пора худеть. О том, как правильно переходить из зимнего режима тренировок в летний, смотрите в следующем сюжете. Прошли зимние холода, не за горами лето, а следовательно и пляжный сезон. Сейчас самое время для изменений в организме. С приближением теплого времени года многие люди начинают активно к нему готовиться и убирать все, что было набрано лишнего за достаточно долгий зимний период. Именно в весеннее время большая часть фитнес-клубов испытывает максимальную нагрузку по посещаемости. Многие задаются вопросами, как подготовить себя к лету, как сделать свою фигуру привлекательной, как быстро накачать мышцы, нужно учитывать одно из правил. Если хочешь сбросить вес, то нужно знать, что оптимально можно сбросить лишний вес до 3 кг в месяц. Один из главных факторов – это хорошо поставленный тренировочный процесс. Чтобы сбросить лишний вес и привести себя в хорошую форму к лету, подойдет круговая тренировка. Можно составить программу из 9 разных упражнений по одному на каждую группу мышц, включая, допустим, 3 упражнения на пресс, также 2 упражнения нужно дать ногам.
конце каждой тренировки должна быть растяжка, так как она расслабляет организм. Скретчинг – основные упражнения, за счет которых развивается гибкость и подвижность в суставах. Эти упражнения применяют при зарядке, разминке. Питание должно быть дробным – 4-5 раз в день понемногу. Что же нужно есть в это время, чтобы первым летним денькам выглядеть хорошо? Весна – это не время для жирной пищи и маслянистой пищи. Если вы все-таки не можете отказаться полностью от мяса, использовать в еду такие сорта, как курятина, индейка, кролик. Лучше отказаться от цельного молока, в своей ежедневной диете использовать кисломолочные продукты, традиционные йогурты, кефиры, сметану, творог. Самое главное, не забывайте о том, что мы на это всегда обращаем внимание, это водно-солевой баланс. Всевозможные, вода негазированная, об этом мы говорим всегда, всевозможные кисели, узвары, готовьте клюквенные морсы. Это все сезонные, скажем так, блюда, которые помогут вам вернуть не только хорошее настроение и выйти из зимней спячки, но и помогут вашей фигуре, вашему телу, вашему иммунитету встретить летние деньки в той форме, о которой вы мечтали. Бывают у нас в программе герои, которые впервые попадают в зал. Бывают герои, которые в зале бывают не так часто. Но Светлана завсегдатай спортивного зала, и поэтому для тебя было не в новинку сегодня проводить тренировку. Тебе было сложно? Я бы не сказала, что мне было сложно. Руслан был ко мне добр. Несколько очень хороших, интересных, полезных для себя упражнений я запомнила. То есть ты где-то что-то там себе отмечаешь, да, какие-то вот классные элементы? Да, я себе зафиксировала. Там, где я почувствовала, что мои мышцы хорошо работают, это значит, что, наверное, в комплексе своих собственных упражнений я ими не дорабатываю или там не подключаю их целиком. Теперь обязательно включу. Да, как часто ты занимаешься в зале? Я стараюсь заниматься 3 раза в неделю, но у меня бывают периоды, когда я немножечко забрасываю зал. Вот сейчас у меня такой период, и мне сейчас нужно как бы возвращаться опять. Периоды, когда я хожу в зал, я хожу 3 раза в неделю, мне этого достаточно. Так, ну наша программа, я думаю, повлияет на то, чтобы ты снова вернулась к тренировкам. А мы вас ждем в фитнес-клубе «Феромон». Вы всегда можете встретить здесь не только людей, которые занимаются спортом, но и звезд украинского шоу-бизнеса. Время худеть, но делать это правильно и вкусно можно с Алексом Флигельманом, поэтому мы отправились в ресторан «Аристократ». Рада тебя снова видеть, предлагаю продолжить наш день в ресторане «Аристократ». Пойдемте. Алекс,
Так как две сегодня утонченные девушки будут у себя обедать, я так понимаю, ты приготовил диетическое блюдо. Оно не совсем диетическое, но в Англии называют его пенная телятина. Это у нас тунец, тунец блюфин с соусом, тропическим фруктом, с элементами декора красной икры и побегами гороха. Это очень нежно, это очень вкусно, это больше холодная закуска, но при этом при всем теплый соус. Хочу попробовать, потому что выглядит это очень красиво. Он также и вкусно. Приятного аппетита. Спасибо большое. Приятного аппетита. Попробуй. Я уверена, что тебе понравится шедевр от Алекса. Ну, выглядит, по крайней мере, потрясающе. Я с удовольствием. It's time to take a stand. Вкусно обедать от Алекса Фригельмана – это потрясающе. А когда ты делаешь это в компании очень талантливого человека, при этом юной леди, это вдвойне приятно. Спасибо, что посетил нас. За знакомство и за хорошую компанию. Свет, как ты справляешься с такими турами, когда вы постоянно переезжаете? Это неправильное питание, мне кажется. Вот вовремя питаться не получается, и ты ешь только тогда, когда у тебя есть время. Это не очень хорошо. А ты при этом такая стройная. Как так получается? В чем секрет? Я стараюсь придерживаться все равно какой-то дисциплины в плане еды. Приучила себя регулярно завтракать. Если раньше я совершенно не могла в себя утром ничего втиснуть, то сейчас это у меня как бы строгое правило. Я обязательно кушаю на завтрак яйца, обязательно кушаю углеводы, это хлеб, что-нибудь зеленое, какой-нибудь салат. Во-первых, мы запустили песню под названием «Худеть». Мне нужно соответствовать. Да. И я, в общем, снизила уровень как бы сладкого. Я из тех девочек, которым не посчастливилось быть стройной, худой всегда-всегда-всегда. Сейчас вот я как раз нахожусь на той стадии, когда я понимаю, что у меня есть какие-то моменты, которые меня в себе не устраивают, и я иду в зал и стараюсь сейчас очень мало кушать так называемого junk food. А что именно повлияло на вот твое решение следить за питанием, следить за фигурой? Это публичная деятельность или просто ты думаешь о том, что твой организм все-таки не помойка, нельзя его засорять, нужно его держать в порядке? Что тебя смотивировало? Второй половиной проекта Соломина является Влад Сотников, он же является продюсером футбольного клуба «Звезд эстрады, кино и бизнеса» ФК «Маэстро». В общем, мы вместе этот клуб организовали. И он в качестве хобби тренирует в тренажерном зале. И он вот уже несколько лет назад, когда меня привел в тренажерный зал, сказал, я была на 15 килограмм больше. И он, значит, мне сказал, что-то ты поплыла. Да, что-то ты поплыла. И, ну, я начала активно, в общем, худеть, сбрасывать вес. Привела себя в порядок и просто потом уже стараюсь это более или менее поддерживать. То есть песня «Худеть» тебе близка по духу? Мы эту песню написали вообще с дуэтом, который называется «Артур Деннис». Это два талантливейших молодых музыканта, продюсера. И мне поразительно, как два мальчика могут настолько прочувствовать нашу женскую душу, настолько вот понять эту тему и актуальность, чтобы действительно так прям угадать. Я ее услышала год назад у них на студии, и я сразу сказала, давайте я буду ее петь. Они сказали, нет, подожди, мы там... И, в общем, песня год. Как ребеночек, знаешь, мы ее вынашивали, выжидали, и в итоге мы все-таки поняли, что друг без друга мы не можем. Я просто сказала им, ребята, ну вот кто еще может спеть эту песню? Мне просто, знаешь, у меня сложился такой со зрителем, там, да, со слушателем, такие взаимодоверительные отношения, то есть я не вызываю агрессии у женщин, потому что я, ну, я честно, вот честно, да, даже сейчас без преувеличения, я не считаю себя красавицей. Я считаю, что я прикольная. Я могу сказать, что я симпатичная, я могу сказать, что я там где-то, может быть, очаровательная, но вот так, чтобы прям вот посмотреть и, ага, опасно, опасно, вот этого, знаешь, нет. Я вот через призму самоиронии, через призму какого-то веселья могу донести истинный смысл этой песни. И мы вот записали, и сейчас активно ее вот уже запустили несколько дней назад, релиз делали в интернете, она хорошо очень пошла уже, и мы на нее возлагаем большие надежды, потому что впереди весна, а потом лето, и, в общем, тема будет только еще более и более актуальной. Вопрос главный. Ты нашла свое призвание? Эстрада — это твое, ты не хочешь ничего другого?
Дело в том, что занимаюсь, помимо того, что музыкальной своей карьерой, я уже 6 лет являюсь пиар-директором футбольного клуба артистов ФК «Маэстро». С недавнего времени я еще преподаю. То есть мы с Владом основали школу менеджеров шоу-бизнеса. Мне очень интересен менеджмент как таковой. Мне очень интересна и творческая деятельность. Я думаю, что мое счастье, вот мое некое предназначение заключается в том, чтобы что-то создавать, что-то организовывать. Мне нужен для счастья, мне нужен проектик, который я веду. Мне заниматься проектом «Соломина» одинаково кайфово, как и быть проектом «Соломина». То есть, так как у меня нет продюсера, спонсора, мы с Владом придумали его и делаем все сами. Я от этого тоже получаю огромное удовольствие. Мне очень нравится развиваться. То есть, я считаю, что мое предназначение – это накапливать опыт. Совершенно разный, различный. И вот уметь быть счастливой, занимаясь чем угодно. Это так вдохновляет, когда ты встречаешь таких людей, настолько позитивных, и при этом, которые делают свое дело, и получается у них это классно. В эфире была программа «Школа самолюбия». И запомните, полюбите себя, и вас полюбит весь мир.